из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, смоляне! Не скучно вам тут, а? А то мы ехали, думаем, не дай бог тут люди скучают. Так мы их развесили. Мы ж такие люди, простые. Московские. Рок-музыканты. Приехали посмотреть. Рассказывайте, что хорошего в Смоленске. Меня интересует самое главное. Рок-музыка. Что тут, где тут зажигают люди? Ой, где? Не по адресу. Где народ зажигает? Мы уже в таком возрасте. Хэви-метал, попса, шансон. Где крутят? Это сейчас вам молодежь в ресторане расскажет. Конечно. Все великолепно. Моя фамилия Волощук. Очень рада вам. Нам сказали, что это самая лучшая гостиница в Смоленске. Вам правильно сказали. Не обманули? Нет, вам очень у нас понравится. Верю. Таким прекрасным женщинам всегда верю. Всю жизнь верю. Очень хорошо. Поэтому у меня 6 детей. Я очень верю красивым женщинам. Я слышала такую шутку. Была 4 раза жена и все время счастлива, да? Ну так, не, я только дважды. Вот моя прекрасная супруга вторая, которая подарила мне 4. 2 мальчиков и 2 девочек. А первая подарила 1 мальчика и 1 девочку. Поэтому у меня боевая нища, 3-3. Сейчас пойдем в ресторан. Вы сказали, что вкусно готовят. Да, очень. Вкусно? У нас очень вкусная кухня, вам понравится. То есть я не похудею, значит? Нет. Ну что ж, тоже неплохо. А то все худые, худые какие-то. Не, ну смотрите на нас, пришли. Ну, я вижу, ну люди достойные, глянь. Не хуже, чем я. Сколько? У меня вот 110, у вас сколько? 100? Ровно. Только 100, да? Ну, это мальчик. Есть куда расти. Ну, есть, да. Еще молодой. Все впереди у вас. Ну, что вы. Это мы уже набрали возраста, веса. Но мы не сдаемся и боремся с весом. У меня было 170 2 года назад. Сейчас 110. Будете проживать в новом корпусе на 3-м этаже. Да вы что, вы нас даже в новый корпус поселили, не пожалели? У вас очень хороший номер, вам понравится, 2-комнатный люкс. А рок-звездам плохие номера нельзя, вы что? А у нас и нет плохих номеров. А дверь повесите нам этот бланк, мы сделаем заказ завтрака. Есть, товарищ генерал, так и сделаем. Спасибо большое. Хорошего отдыха. Елена Ивановна, тут прекрасные люди. С вещами нужна тут помощь. Просто прекрасные. Мы вас проводим. Спасибо. И вот он, наш знаменитый 24-й номерок. Цифра мне нравится. 2 дюжины. Не чертовых, а 2 настоящих дюжины. Значит, нам тут повезет. Привет! Ну как дела? Все нормально в пути было. Говорит, что все хорошо было. Ну вот он, 2-комнатный люкс. Посмотрим, что тут за 4-звездочные гостиницы. Посмотрим. Посмотрим, как тут встречают московских рок-звезд. Ну что, 1-я комната, типа гостиной. Ну что, симпатичненько. А? Попробую здесь поваляться потом после ужина. Вот тут поваляться, посмотреть телевизор. Ну как положено, бездельнику. А рок-музыканты же одни бездельники, ничего не хотят делать. Одну песню полгода сочиняют и все. Но ничего, Волощук вам покажет, как надо работать. Минимум 1 песня в неделю, это минимально, ребята. Вот так надо работать, по-настоящему, по-взрослому. Идемте в спальню, в святая святых. Если ты проехал с женой, и даже не с женой. Знаете, как в Тулу нельзя ездить со своими самоварами, а в Смоленск можно со своими. О, так тут вообще царская обстановка, глянь. Кресла какие, а? Супер, столики. И главное, достопримечательность любой спальни, это хорошая кровать. А ну-ка, а ну-ка. Хоп! О!
Ой, хорошо так. Побежали. Помните, как Райкин? Побежали. А может, на работу не пойти? Ну что, неплохо. Мне нравится. Упруга хорошая, мягенькая. Все великолепно. А сейчас мы пойдем посмотрим ванну. Ванну. Сначала хочу посмотреть. О, ничего, просторненько. Просторненько для двоих. Вполне. Сейф, блядь. Все как положено. Безопасность предусмотрена. Все великолепно. Так, хочу глянуть на ванную. Ну что, ванночка очень таки приличная. Особенно, если учесть, что Волощук СД, бывший моряк. И он любит не ванны, а военно-морские души, которые не ванны, а просто заходишь в пол и душ. Во, удобно, классно, обожаю. Душ — это для меня святое. А это хороший душ. Смотрите, какой распылитель сверху. Классно, классно. Попробую. Сегодня вечером попробую. Как тут оно? Водичка. Не горячая, не холодная. Симпатично. Симпатичненько. Все как положено. Даже есть самый главный атрибут советского отеля. Фен. Есть. Тоже хорошо. Особенно мне волосы подсушить после того, как душик принял. Что вы? Ладно, погнали в ресторан. Будем пробовать, чем тут кормят и как кормят. Умеют, нет? Ночь в номере прошла. Хочу отметить атмосферу. Это один из критериев хорошего номера. Здесь прям не холодно, не жарко, не душно, не потливо. Дышится великолепно. И мы посмотрели, но вентиляционных отверстий нет. Но атмосфера просто прекрасная. Может быть, это связано с тем, что зима здесь так. Не знаю, как летом будет. Но сейчас прям я отдыхал и наслаждался атмосферой. И еще один критерий хорошего номера – это вид из окна. Давайте посмотрим, что там видно. А виден город. Видите, там внизу город. Ну, такой промышленный видок, но зато простор. Ты смотришь, а в низине город. В тумане, в дымке, в морозной. Знаете, когда мороз начинается, а здесь начинается мороз уже там 18 градусов, то земля начинает защищаться и испарять такой защитный туман. Вот такой вот номер. А сейчас едем на главное рок-мероприятие, ради которого мы сюда приехали. На первенство России по легкой атлетике среди юниоров для закрытых залов. Бег 60 метров с барьерами. Будем смотреть сегодня. Погнали! Вот такой вот здесь уютный дворик, видите, с беседочками. Опять-таки с видом на город с горы, как из нашего окна. И с небольшой парковочкой. Но нам любезно предоставили, как лучшим гостям, как знаменитым рокерам московским, нам предоставили место в подвале. На стоянке теплой. Там на 4 машинки стоянка или на 5. Вот одну стояночку выдали нам. Видите, лифт выносной, наружный. Поэтому лучше раздетым сюда не заходить. Тут можно простыть, когда на улице минус 20. Это такая тонкость с выносными лифтами, которые строятся уже после того, как здание построено, прикручиваются к стене. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.